И пробил он поворотом. Отличный момент. В центр штрафной. Немного сзади есть игрок. Подача. Чей мяч будет? Гол! Есть адрес у этой передачи. Отлично сыграно. Может быть опасно. Ох, а вот это уже интересно. Вроде бы откровенно доигрывали команду, а тут на тебе гол. Можно было бы все списать на везение, но я скажу, везет так.